10 дней. А ты все еще не похудела к празднику? Тогда начинаем ускоренный курс похудения к Новому году. Как только вы попали на мероприятие, старайтесь не стесняться и вести себя естественно. Девушкам из высшего общества. Скорее всего, общество, в котором вы находитесь, не совсем знает, кто вы. Поэтому можно импровизировать. Ну вообще, у меня как бы есть в Дубае собственная вышка нефтяная. Живу в шоколаде, кручу, верчу. Рич пич! Ни в коем случае не показывайте, что вам скучно. Что ты делаешь? Ты знаешь, что отметать — это очень плохая примета. Я не буду сидеть на углу. Это очень плохая примета. Я замуж могу не выйти. Кто-то влюбился. Ой, я уже больше не хочу. Ты что, хлеб нельзя выкидывать? Это плохая примета. Да ешь. Боже, смотри, у тебя будет парень. Брюнет. Любит, не любит, любит, не любит. Ты мне на ногу наступила. Стой, теперь я должна тебе наступить. Ну, в общем, он в последнее время мне вообще на звонки не отвечает. Вообще не знаю, что с ним делать. На новом месте приснись жених невесте. Спать, 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 спать. Так, вроде ничего не забыла. Бля, телефон забыла. Говоря, я пришла в батутный зал. Мне сказали, что это травматично, поэтому я размялась. Потом полчаса рассматривала свои новые носки. Прелесть. Решила начать с детских батутов. Да нет, это же дети. Передумала. Увидела красивого парня. Подумала, лучше вернуться на детские батуты. Но нет, соберись. Сперва у меня не получалось. Пыталась импровизировать. Увидела, как надо прыгать, и решила попробовать. Не получилось. Решила сделать сальто. 1, 2, 3. Получилось? Нет. Пошла в поролоновый бассейн. Начала искать детей под кубиками. Не обнаружено. Прыгнула. 1, 2, 3. Застряла. Мне стало одиноко. Решила познакомиться с компанией. Да нет, это же дети. Ушла. Встретила знакомую. Мы с ней поговорили. Увидела, что время для тренировки заканчивается. Попрощалась. Пошла прыгать на батутах. Со временем мне стало неплохо получаться. Научилась. Время идти домой. Пол был скользкий. Очень скользкий. Короче говоря, я пришла в батутный зал. Love, 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 I want your love.
одноразовые? Да. А лицензия вообще есть? Да. Ну, мне нужно так, чтобы вообще, в принципе, было все вот натуральненько. Вот я в гугле прочитала, что это вообще безболезненно. Это прям правда, прям безболезненно, прям вообще ничего не почувствую. Дайте я сама все сделаю. Ой. Я соберусь карандаш. Ай. Да это ж не больно. Ну да, не больно. Глаза, бьюти, брови, бьюти, губы, бьюти. Я сама бьюти. Вы можете сделать так, чтобы была бьюти? У нас все бьюти. Так от чего мы ждем? Работаем! Привет, мои хорошие! И сегодня у нас начинается марафон перевоплощения знаменитостей, который я, возможно, никогда не сделаю, потому что я не мейкап артист. Первый наш персонаж — это Ольга Дезбуза. И знаешь все мои сокровенные тайны и шепотом про... В клипе «Неправильно» у Оли практически нет акцента на глаза. Очень неправильная. Все мои сокровенные тайны. Вот здесь самое основное мы прибыли к губам. Губы должны быть коричневым оттенком. Творяешь тебе не по правилам. Я твоя. Очень не... Ты знаешь все мои сокровенные тайны. И шепотом про... Всем привет, и марафон перевоплощения в знаменитость продолжается. И следующая знаменитость, и по совместительству прекрасная, очаровательная, красивая девушка является Ольга Серябкина. Если вы не знаете, кто это, то что? Мне нужно рисовать длиннющую красивую стрелку. Не факт, что это получится. Сексуальный мужчина. Ну, мамаш, ну вы бы хоть чуть-чуть прикидик-то боярче надели? Я так с вами в кино не пойду, да?